Це проект «Супермама». Тут четверо дуже різних матусь щотижня з'ясовують, хто з них насправді супер. Горжусь тобою. Цього тижня змагаються столичні матусі. Знайомтеся. Топова мама Дар'я. У нас в студії перманентного макіяжу. Ми являємося топовими спеціалістами України. Яка підкорює вершини бізнесу та ростить еліту суспільства. Мой син опережає розвиття на год вперед. Домашня мама Юлія. Я вже 7 років в декреті, я кайфую від цього кожен день. Яка вважає, що краще у світі робота – бути мамою. Я повністю присвячаю себе дитині, моїй доченьці – щасливе і беззаботне дитинство. Мама 5 синів Маргарита. Мені 26 років, у мене цілих 5 мальчиків. Яка дуже дбає про здоров'я своєї родини. Я за ЗОЖ, за ЗОЖ. Раз в 3 місяці я здаю розвернутий аналіз крові, діти раз в год. Мальчики, ідіть, я вам налью вітамінку. Та самовіддана мама Зарина. Все, що я заробляю, я трачу виключно на дочку. Яка живе за принципом «усе найкраще дітям». Я можу обійтись без манікюра і без нової одежди. Головне, щоб моя дочка ні в чому не нуждалась. Протягом тижня кожна з матусь прийме суперниць у себе вдома. Ціна цього дому – 15 мільйонів гривень. Та отримає від 0 до 10 балів у 3 категоріях. Хазяйновитість. Я можу яйцями мити голову, лапуком мою. Не поняла. Самореалізація. Я працюю автомойщицею. Я охренела. Це абсолютно не жінська робота. Та виховання дітей. Что ты делаешь? Кою. За такое надо по голове давать родителям. Усі оцінки матусі дізнаються на фіналі. Биться ж не будем за оцінок. Можна. А Дмитро Карпачов дасть бонусні 10 балів найдостойнішій. Але хто з матусі отримає ще й його повагу? І хоч ви зараз переживаєте не найкращі часи, ви приклад того, як не здаватися і йти вперед. Першою на зустріч матусь приходить топова мама Дар'я, яка звикла в усьому випереджати конкурентів. І одразу ж до неї приєднується її повна протилежність – розслаблена домашня мама Юлія. Ну, фіфа. Зділені губи, зділене лицо. Образ попахує дешевизною, вкуси периферії. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Юля, мне 32 года. Меня зовут Ариханова Дарья, мне 28 лет, а моему сыночку Ливанчику 3 годика. Мы с мужем занимаемся семейным бизнесом, у нас студия перманентного макияжа. Делаем мы дорого, красиво, богато. Стоимость наших процедур составляет 5-7 тысяч гривен. Для среднего класса это, конечно, немножко завышено. Да, поэтому мы рассчитаны немножко на другую целевую аудиторию, да, на самом деле. На лакшери. Я бы никогда в жизни не отдала 5-7 тысяч за то, чтобы нарисовать брови. Есть масса студий, где делают очень круто, в 2 раза дешевле. Какой уровень дохода у вас сейчас в семье? Мы построили дом 300 квадратов. Чтобы вы понимали, какого уровня дом, это там есть сауна, там есть бассейн, там отдельные гостевые комнаты. Я прям чувствую, что я зайду и увижу там позолота. А-ля лухари. Мой ребенок с 8 месяцев ездит за рулем настоящего автомобиля. В нашей семье есть 3 автомобиля. Porsche Cayenne. Мне муж подарил спортивную машину Dodge Challenger. И у нас Ravon машина. Понятно. Мой ребенок умеет сам парковаться. Я реально в шоке.
Это все понты. С 8 месяцев, внимание, с 8 месяцев, он еще, я не уверена, что он стоять мог нормально в это время. Когда я родила Ливана, я вышла на работу через 30 дней. Мне бабушка помогала, они гуляли в парке, мне его привозили, я его покормила, они уехали снова гулять. Я вообще, на самом деле, против декретов. Я считаю, женщины деградируют в этом состоянии. Ну, это ненормально, что для нее работа важнее, чем ее сын. С какого перепугу? У меня все немножко по-другому. У меня дочь Кира, ей 6 лет. Я полностью мама, которая ушла с работы и которая посвятила свою жизнь семье и ребенку. В садик она у меня пошла в 4 года, потому что она была вот таким моим маленьким цветочком, который очень был привязан ко мне. Что делать дома целыми днями, я не понимаю. Это скучно. Мне кажется, что если бы я сидела дома, а муж бы заходил у меня на работу и зарабатывал, мне кажется, мне было бы сложно ему о чем-то новом рассказать. Я считаю, что мужчина – добытчик в семье, а женщина – цветок, который должна его вдохновлять, встречать дома с вкусной домашней едой. Лично мне не интересно с такими женщинами. В моем обществе все с детьми, все мамы, но они работают, и с ними интересно, с ними правда есть о чем поговорить. А про що розповість третя учасниця, молода, але вже багатодітна Маргарита. Привет. Привет. Здравствуй. Меня зовут Маргарита. Мне 26 лет, и у меня 5 детей. Ух ты, серьезно? И все мальчики. Думаю, вот каждый раз старались, девочку не получалось. Как в 26 лет уже столько детей? Я, честно, в шоке. Первого ребенка я родила в 18 лет, потому что изначально, до этого, я пила противозачаточные таблетки. И когда их прекратила пить, я очень быстро забеременела, как только я перестала их пить. То есть это был залет, грубо говоря? Ну, можно так назвать. Но это тоже не от большого ума, я честно скажу. Второй малыш появился тогда, когда я перестала кормить грудью первого. Я думала, что пока я кормлю, забеременеть нельзя. Но я забеременела. В 18 лет действительно девочка может делать какие-то поступки, да, попить какие-то таблетки, потом перестать забеременеть. Это возможно. Но уже когда ты одного родил ребенка, ты должен понимать уже, что когда есть отношения сексуальные, то от этого получаются дети. А кто тебе помогает? У нас есть уборщица, у нас есть няня, у нас есть повар, у нас есть водитель. Я в декрет не уходила. Мы являемся топ-лидерами сетевой компании. У нас есть продукт для здоровья, у нас есть витамины, БАДы. В моем понимании сетевой бизнес – это как такое надувательство людей. Для меня крайне важным аспектом и в моей жизни, и с детьми является здоровье. Я за все натуральное. Я имела разный опыт абсолютно, от сыроедения даже до сухого голодания. Я была 3 дня без еды и без воды. Ну, это вообще шок-контент. Человек, который следит за своим здоровьем, за своим питанием, почему-то и в голову взбрендило голодать. Что за НАТО, то нездраво. Этот весь комплекс и позволил мне там выглядеть после родов так, как я выгляжу. Хорошо. Ну, давай не будем забывать, что тебе 26. А чи витримає натиск конкуренток остання матуся – самовіддана Зарина? Добрый привет. День. Меня зовут Зарина, мне 29 лет. Я из маленького городка Мироновка, Киевской области. Она выглядит неуверенно в себе, и по ней видно, что абсолютно не ухожена как женщина. Воспитываю дочку, Машенька, 2,7. Наш папа находится на заработках на данный момент. Я занимаюсь полностью ребенком. Я зарабатываю в месяц 6-7 тысяч гривен, и все деньги я полностью трачу на ребенка. За эти деньги в Киеве невозможно прожить. Для себя я ничего не покупаю, так как считаю, что без этого я могу пока не обойтись. Я лучше куплю ребенку одежду, игрушки какие-то, витамины, все для ребенка. Когда ты последний раз себе покупала что-нибудь из одежды? Еще до рождения ребенка. Если ты на работу ходишь на протяжении 3 лет в одной кофте и в одних джинсах, то я считаю, это неприлично как минимум. Мой ребенок очень развинут. Ребенок умеет считать до 10, рассказывать стишки и песенки. Я считаю, что благодаря грудному вскармливанию. Я кормила ребенка до 2,5 лет.
Причем здесь грудное вскармливание к развитию ребенка. Очевидно, что Зарина, ну, мягко говоря, ну, не очень умная женщина. Когда у меня день рождения, у меня спрашивают, что подарить. Подарите мне время с ребенком, то есть отдых с ребенком. Если станет вопрос жизни и смерти, естественно, я за ребенка отдам жизнь. Женщина, которая кардинально мне неприемлема. Она человек, который вот занимается вот этим самопожертвованием. Она переберет с тебя это все, понимаешь? То есть она будет абсолютно такая же. То есть ущемлять себя, не делать маникюры, не покупать себе новую одежду, не вкладывать в свое развитие. Девочка, видно, с богатого мира. Мне такие девочки не нравятся. Думаю, что Даша может быть моей главной конкуренткой. Она такая очень ухоженная, все, как я люблю, поэтому я думаю, что в этом мы 100% будем с ней конкурировать. Але першою майстер-клас із домашнього затишку проведе Юлія. Меня зовут Юля, мне 32 года, и я мама, которая посвятила все свое время воспитанию и уходу за ребенком. У меня дочь, ее зовут Кира, ей 6 лет. Смотри, Дося, мы сейчас будем готовить кекс. Ничего страшного, я поубираю. Молодец, моя умница, моя ты помощница. Горжусь тобой. Мы очень долго ее хотели и тщательно планировали ее рождение. Я ушла с офисной работы, чтобы никакие нервные переживания меня не отвлекали от этого процесса. Я уже 7 лет в декрете, я кайфую от этого каждый день. Я вдохновляю своего мужа на работу и финансовую стабильность. В нашей семье главный добытчик – это муж, а мы с дочкой, как два цветочка, радуем его своим присутствием и хорошим настроением. Сейчас расчешемся с тобой, будем красотками, да, я сделаю тебе прическу. Если женщина родила ребенка, то она полностью должна отдавать себя этому человечку. Я супермама, потому что я поставила в приоритет материнство, карьере и работе на кого-то. Я полностью посвящаю себя ребенку, и благодаря этому у моей доченьки счастливое и беззаботное детство. Який же рецепт щасливих стосунків у Юлиній родині, з'ясують інші матусі. Привіт, привіт, заходите. Я побачила Юлю, почти роздетой. Ух ти, ти вся в домашнім, прям настільки? Так, звісно. Я одна вдома, ребенок в садикі. Муж на работе, почему бы не расслабиться? В том, чем спала, в том гостей встречала. Я считаю, что это только можно так ходить перед мужем или в ночное время, когда ты спишь. Ты при ребенке тоже ходишь в ночнушке. Сейчас жарко. У меня ребенок девочка, мне нечего перед ней стесняться, я не голая хожу. В моем понимании пижама для сна, а в доме можно ходить как-то по-другому, футболка, шорты. Ну, это твое мнение, я у себя дома, я как хочу, так и хожу. В квартиру зашла грудь нараспашку. Мое одеяние откровенное ей показалось, а ее грудь нараспашку не откровенная. Это одно из моих любимых мест в доме. Большую часть времени я нахожусь дома, я очень часто готовлю. Эту кухню я делала под себя, и я на ней провожу много времени. Для меня это очень мало места. Ну вот вдвоем вы вряд ли уже можете ужин с мужем приготовить. Мы никогда не готовим вдвоем с мужем. Готовлю исключительно только я. Моя кухня реально большая. И там помещается и 2, и 3 человека. Вопрос просто в том, что они мне не нужны на кухне, эти 2 или 3 человека. Муж не приготовит ребенку кушать? Нет, зачем? Я не вижу смысла напрягать своего мужчину тем, что он будет здесь выготавливать. То есть ты считаешь, это напряг, если папа помогает тебе на кухне что-то приготовить для семьи? У нас было обсуждение. Распределение домашних обязанностей. Все, что касательно дома, стирка, готовка, уборка, это все делаю я. Главная его обязанность – это полностью обеспечение меня и ребенка, это закрывание вообще любых моих финансовых вопросов. В этом реализуется он, здесь реализуюсь я. Ну и также у него в обязанности входит ежевечернее мытье посуды.
Так как Юля нигде не работает, я считаю, что пару тарелок за день не составит никакого труда помыть после своей семьи. Это женская работа, потому что так как помоет женщина, никто не помоет. У сучасному світі вже не існує чоловічих або жіночих занять. Будь-який розподіл домашніх обов'язків є нормальним, якщо ви заздалегідь про це домовились зі своїм партнером і усіх все влаштовує. Мне предельно странно, почему куча хлама, какие-то диски, ручки, которых 150 штук, лежат на кухне. Я имею право жить так, как я хочу. Я вообще не должна ни перед кем отчитываться. Подожди, ну ты же здесь. Мы задаем вопросы, ты не отчитываешься. Ты отвечаешь на наши вопросы. Да, я отвечаю, потому что мне так удобно. Это мой ответ. Я не увидела того, что она такая хозяйка, про которую она говорила. Что в этом пакете? Там хлеб. Чем почти на полу висит он хлеб? Он не на полу. Он висит. У тебя нет хлебницы? Нет. Мне так удобно. Хлеб возле мусорника. Просто ей реально некуда его всунуть. Если бы она повыбрасывала весь хлам, было бы куда и хлеб положить. Сколько времени ты уделяешь готовке? 30-40 минут на каждую позицию. Получается, у тебя 1,5-2 часа в день уходит на готовку. Что ты делаешь остальной промежуток времени? Потому что у тебя еще остается 10 часов. Во-первых, я занимаюсь тем, что я отвожу-привожу ребенка с садика. Во-вторых... Садик рядом? Садик в 10 минутах ходьбы. Когда ребенок уже достаточно взрослый, что делает мама 80% своего времени, я лично не понимаю. Я всегда уделяю время себе. То есть я могу себе поехать и в кайф покататься на велосипеде, поехать там к косметологу, к остеопату. Я часто езжу к зубному. Я могу поехать пошопиться, я могу поехать сделать закупки в супермаркете, я могу просто тупо лечь, полежать, почитать какие-то там статьи, полистать Инстаграм или ТикТок, ну то есть банально расслабиться. Женщина – это всегда приятно пахнущий человек, это всегда ухоженные руки, ухоженные ноги, ухоженные волосы. Это мой принцип по жизни. Что-то не очень Юля суперухоженно выглядит в свои 32. Очень расслабленный график. Да, зачем мне напрягаться? Я вообще считаю, что женщина должна жить в кайф, расслабляться, вдохновлять своего мужчину. Мой муж дизайнер, он бизнес-ориентированный. Нашей дизайн-студии уже более 5 лет. Вдохновлять мужа. О чем это? Если я буду все время на какого-нибудь дядю в офисе, то к концу рабочего дня от меня останется такая скукоженная тряпочка. Я не смогу вдохновить своего мужчину. То есть он придет домой и будет видеть мое кислое, угрюмое лицо. А я этого не хочу, ему это не надо, понимаешь? Потому что он приходит домой для того, чтобы видеть меня как отраду для души. Я на расслабоне живу, кайфую и тем самым заряжаю его и вокруг всех людей, которые меня видят. Если она вдохновляет той пижамой, которая находит и днем, и утром, и вечером, и спит в ней, то я думаю, он задолбался смотреть на это. До 25 я просто как конь. У меня 3 образования. Первое – это коммерческая деятельность. Второе – экономика предприятия. И третье – менеджер по подбору персонала. Я работала HR-менеджером. Короче, это постоянное общение с людьми на телефоне, личные встречи. Они меня просто высасывали просто с меня энергию. К 25 годам я поняла, что я просто я уже не могу, я выгорела. Я устала, мне надоело работать. 25 лет устала от работы? Ну, блин, это нонсенс. У таких женщин, значит, очень мало ресурса. Навіть у дуже молодому віці ніхто не застрахований від професійного вигорання. Це може статися, коли людина не на своєму місці. Їй не подобається справа, якою вона займається. Або у неї немає балансу між відпочинком та роботою. А через таку втому з'являється відразу до роботи, яка може затягнутися на роки, а то й на все життя. Аби цього не сталося, дуже важливо знайти справу, яка подобається. Уже пройшло скільки з цього періоду? 7 років? Ти залишилась просто кухаркою? Що плохого в тому, що я знаходжусь вдома? Ти просто не розвиваєшся. Я схожа не на розвитого людину. Твоя цель була знайти мужика, який тебе буде тримати і тримати твого дитину? Ні. Ну, подожди, і ти не працюєш. Так, я його зробила таким, розумієш? Когда женщина хочет чего-то, у нее уровень нормы с каждым годом становится выше,
Мужчина это видит, и автоматически все подтягивается к этому все. У меня как-то так это работает. Есть такие женщины, которые рядом с ними становятся мужчиной-президентом. Я считаю себя именно такой женщиной. Нифига себе самоуверенность, нифига себе оценка внутренняя, завышенная до ужаса. Для меня вообще мужчина, вот он когда хочет работать, зарабатывать деньги, он это делает. Да? То есть там вдохновляешь, не вдохновляешь, мужчина как бы идет, да, как танк к своей цели. Не понимаю, почему многие женщины убеждены в том, что желание мужчины самореализоваться – это их заслуга. Для того, чтобы он достигал выше, больше и сильнее, для того, чтобы у него был стимул работы, для того, чтобы он понимал, зачем он это делает. Создана женщина, которая должна стимулировать, вдохновлять своего мужчину. Для этого создана я. Когда главная миссия жизни становится вдохновением мужчины, это уже отклонение от нормы. Вывод такой, что у тебя муж каблук просто. Вот и все. Ему приходится идти на работу и впахивать. Не потому, что он кайфует от этого, а потому, что вот у него такие обстоятельства и условия. А який чоловік у самої Дар'ї? Мой муж делает брови. Мы являемся топовыми специалистами Украины. Мужчина, который делает брови, ассоциация с геями. Он не гей. Нет. Ти в этом уверена? Он брет. На чому ж тримається родина Дар'ї? Дізнаємось у наступній програмі. Ти не боїшся отак? В один прекрасний момент муж розвернеться і уйде, да, без причин, без, то есть, без об'яснення? Ні, я уверена в тому, що це не произойде. Завтра он тебе скажет, все, я нашел там бабу себе другую, развернется, уйдет, заберет там квартиру, машину, все, что дал, все, что подарил. Пускай Юля так сильно не расслабляется, потому что сегодня есть, а завтра нету мужчины. За что ты будешь жить? Ты не работаешь. У меня есть свои личные сбережения. Ты не работаешь, как у тебя могут быть личные сбережения? Тебе муж дает деньги, ты их откладываешь. Да, он об этом знает? Конечно. У меня есть карта, на которую в конце месяца мой муж со своих счетов переводит мне $1000 на мои потребности. Для меня очень странно, когда женщина ждет подачек от мужчины для того, чтобы купить себе новую помаду. Я прихожу и говорю, можем там сейчас там купить мне машину, потому что мне надо Кирюшку возить, потому что сейчас начнется школа. Говорю, я тебя постоянно дергаю с твоей машиной. Он говорит, через месяц, через два максимум, вот у меня будет $10,000-12,000, и мы купим тебе машину. А почему ты такая уверена в своем муже? Он очень надежный человек, он был таким всегда. Когда мы с ним познакомились, у нас было первое свидание. Мне на тот момент было 19, ему был 21 год. Он завел со мной разговор о том, что его жена будет находиться дома. Он мне рассказал про то, что он хочет 4 детей. Полное вранье. Парень в 20 лет в априори не может думать о 4 детях, а о жене и уже сразу под венец. Не может. Он таким образом мне показал, что в нем можно быть уверенным, как в семьянине. Меня это впечатлило. Меня никогда не привлекали мужчины, которые вот это хулиган, мамкин, цыган и все такое. Я, ну, как бы нацелена была всегда на семью. Когда еще все сидели на лавках, пили пиво, мой муж будущий был очень бизнес-ориентированный. И он в этот момент строил свою первую компанию, начал работать, зарабатывать. То есть это не было любовь, там, да, что чувства такие. То есть ты изначально рационально продумала этот момент. Я вообще, в принципе, очень рациональный человек по жизни. И я могу сказать с уверенностью, что у меня какого-то огня и вспышки вот такой не было. Никогда в жизни не было. У него была только, правильно? У него была вспышка. Он меня вот очень долго добивался, очень хотел быть со мной. Как вы решили и когда это было, что ты будешь дома находиться? Находиться с ребенком, а он будет единственный, зарабатывая деньги в семье. Когда мы поженились, первое, за что мы принялись, ну, это планирование ребенка. В этот момент я еще работала. Больше года у нас не получалось зачать ребенка. И моя знакомая по работе, она мне объяснила, что тебе нужно поменять стиль и образ жизни. Видимо, твои какие-то нервные переживания, либо же большой график загруженности не дает тебе это сделать. То есть морально ты не можешь расслабиться к тому, что ты должна произвести ребенка на свет. Я пришла к мужу и говорю о том, что, видимо, вот такая вот штука происходит. И он мне говорит, хорошо, давай попробуем, ты будешь не работать. И я ушла с работы. И ровно через полтора месяца я узнала, что я беременна. Поэтому все финансовые вопросы я переложила на мужа для того, чтобы наслаждаться беременностью, наслаждаться потом новорожденным ребенком. Это ее оправдывание для того, чтобы не ходить на работу. И она убедила в этом мужа.
Я очень хотела насладиться тем, чтобы воспитывать ребенка, вкладывать в него всю душу, всю энергию свою. Она у меня пошла в садик в 4 года. Для меня было важно видеть ее этапы взросления и роста до деталей. Как она начнет первый раз улыбаться, как она будет первые слова мне говорить, насладиться ее запахом, в конце концов. Я не хотела пропустить, когда у нее впервые вылезут зубы. Я не хотела пропустить... Так зубы невозможно пропустить, по-моему. Не увидела ты его утром, увидишь ты его вечером, этот зуб. Когда ребенок растет и активно развивается, за один день он может схватить несколько навыков. Хорошо. То есть он может просто банально ползать, а потом в один момент встать и пойти. И я этого через не увижу. Через 20 минут он опять будет ползать, опять встанет и пойдет. Но это не в первый раз, понимаешь? Я не понимаю... Чем она могла наслаждаться 7 лет? Для того, чтобы видеть все навыки ребенка, которые у него появляются, для этого не обязательно сидеть над ним и смотреть, и ждать, ну когда ты это сделаешь? Что ты сделала, кроме того, что ты мама за эти 7 лет? Вот что ты еще сделала? Для меня главное было реализовать себя как мать. Потому что ребенок у меня бывает маленький один раз, а сделать карьеру, построить там как-то себя, это все может быть немножко попозже. Я вообще не представляю, то есть как это разделить жизнь вот вообще прям на до и после. Типа я вот была вот таким человеком, а все, сейчас я только мама. Дело, если ребенок не получался долго, окей, жертвуем чем-то, готовимся, рожаемся. Но дальше, ну, welcome, типа, в нормальную жизнь. Ребенок — это не приговор. Для меня было важно, чтобы мой ребенок ел еду с моих рук, которую я приготовила. Сейчас чем ты кормишь ребенка? Можем или посмотреть? Да, вы можете посмотреть мой холодильник. Я предполагала, что если Юля прям действительно такая вся в материнстве полностью, то очень сильно идет отбор качества этого питания. Вот такие строки кушает дочка. Да, и я, и муж. Здесь в составе цукор, ароматизаторы и стабилизаторы гидроксипропилен, крохмалю, фосфат. Ты знаешь, что это? Дословно не знаю. Я не вижу ничего плохого в этом составе, потому что подобные продукты существуют в рационе моего ребенка исключительно раз в день. Блин, я бы реально такой состав не купила бы своим детям. Если каждый день кушать такой всего лишь сырок, то сахар накапливается. Детскому организму это тяжело выводить. Начинаются проблемы с гормональным фоном, с лишним весом, желудочно-кишечным трактом. А может ли она пить у тебя там колу, фанту? Да, конечно, она может взять и выпить. Два раза в месяц мы можем сходить с ней в Макдональдс. Я не вижу в этом ничего страшного для ребенка 6,5 лет. Это табу фастфуд. Эта еда не переваривается. Она просто чуть ли не прилипает там внутри к тебе, и все. Вы едите майонез? Да, мы едим майонез. Я не вижу в этом ничего проблематичного. Это в смысле? То есть человек посвящает себя полностью, тотально ребенку, но при этом покупает химию в магазине. Где ты покупаешь мясо? В больших супермаркетах. Курица, которая продается в магазинах, она в основном выращена на антибиотиках. У нас все с антибиотиками. Я не буду тратить свое время для того, чтобы гнать машину где-то за город, для того, чтобы там купить какую-то домашнюю курицу. Ты не работаешь, я у тебя есть время. Я не зацикленный человек. Так, это здоровье твоей дочери. Ты ради нее посвящаешь всю свою жизнь, все свое свободное время. Если бы я не работала, я бы, думаю, я ездила. Я бы ездила и покупала. Я очень сомневаюсь, что ты бы ездила. Время сходить к косметологу и на покраску волос у нее есть. А поехать купить свежее мясо, которое будет без антибиотиков, у нее нет. Это готовое что-то? Нет, это рис, который с овощами, который я в случае того, когда я там сильно устану, надо быстро что-то приготовить. От чего ты устанешь? Ты не работаешь. От чего ты можешь устать? Ну, я живой человек, мне может быть тоже плохо, нехорошо. У меня бывают частые головные боли. Если нечем заняться и много свободного времени, конечно, можно и поискать и болячки, и проблемы. В любом случае, что-то да найдется. Зачем тебе 5 пачек масла в морозильнике? 5. На вас троих. Это маргарин. А что такого? Когда ты делаешь выпечку, у тебя идет стандартно 1 пачка маргарина. Ты на роту солдат готовишь? Я не вижу логики, почему вы меня достаете этим вопросом. Что тут такого 5 пачек масла? Это же не 5 пачек героина они у меня нашли. Сколько раз ты ребенку готовишь выпечку? Примерно 2 раза в неделю. Очень много мучного. В моей семье нету правила что-то запрещать. Что ребенок ест, как он питается, сколько он пьет воды — это все ответственность родителей.
Я бы ребенку не передавала бы. Ну, типа, ну хочешь, ешь, ну нет. А вот Маргарита пыльнує за здоровьем пятьох сынів. С такой зарядки у наших мальчиков начинается каждое утро. Они делают комплекс из 5 упражнений. Я за ЗОЖ, за ЗОЖ. Проте чи здоровий у неї підхід? Дивіться у наступних випусках. Ви тепер боїтесь їсти сладкое, тому що від цього можна умереть? Угу. В смысле? Ребенку 8 лет, он боится есть сладости, потому что он умрет? Я стала повернутой. Это ужасно. А Юля тим часом веде матусю кімнату знайомитися з донечкою. Дівчатки, знайомтесь, це моя доченька, звуть її Кіра. Милая девочка. В красивом платьице было заметно, что мучное она кушает. Она для меня вот принцесса, мой маленький цветочек, я ее очень-очень люблю. Привет. Как дела? Классно. Сколько тебе годиков? Мне 6. Осенью она идет в школу. Мы тут тебе принесли подарки. Я решила проверить, насколько девочка готова к школе. Читать ты умеешь по слогам? Да. Б-О. Бо. Б-Е. Пе. Е-Р. Ер. Бобё. Бобёр. Бобёр. Всё так здорово получается? Слушай, а давай мы с тобой маленькую-маленькую задачку с тобой решим. Хочешь? Было у меня 5 яблок. Тебе дала 2. Сколько у меня осталось яблочек, знаешь? Осталось 3. Молодец! Дитя готово к школе. Мы с ней сейчас готовимся к школе. Она полностью знает алфавит, знает цифры. Мы учимся считать, писать. Ты на какие-то кружки дополнительно ходишь? Каким-то спортом занимаешься? Сейчас я не хожу. Кирюшенька, а это ты рисовала рисунки? Да. Красивые. А что это такое? Вот это космос. Ух ты! А ты ходишь в художественную школу? Нет. Не ходишь еще. А ты хочешь пойти? Очень. А почему тогда не ходишь? Ну, потому что все школы на данный момент закрыты. Все закрылись на каникулы. Сейчас летние каникулы, потом карантин. Все снова закроется, все опять отложится. Ну окей, хорошо, отложится и что? Рисует она реально красиво на 6,5 лет. Если бы я видела, что мой ребенок так рисует, я бы потрудилась бы найти школу, как поддержать ее рвение к рисунку. Она хочет, значит, она это будет тогда, когда я считаю нужным. Мне показалось, что Кира – это просто рядовой солдат, который выполняет все требования мамы. Тебе не кажется, что это связано с тем, что ты просто хочешь постоянно и везде ее контролировать, чтобы она нигде не ходила, а была постоянно рядышком с тобой? Нет, ты заблуждаешься в своих выводах. Я очень хочу. Я хочу. Расскажи, как ты ходила к Виктории. Я ходила на подготовительную у моего папы. Там была такая полушкола. Сейчас не ее... у папы, а в офисе, где работает папа. Мы просто разговаривали. И в этом просто разговоре был достаточно такой строгий, конкретный голос по отношению к ребенку. Она знает, что она хочет сказать. Она хочет сказать «я хочу», а ты говоришь, что ей нужно сказать. Скажи про Викторию, скажи про Викторию. Почему ты везде, вот везде пытаешься? Потому что я пытаюсь ей помочь. Она растерялась. Ты не помогаешь, она не растерялась. Она лучше, чем ты держишься на самом деле. Я думаю, ребенок не имеет своего личного мнения, потому что она не дает ребенку высказывать свою мысль и свои желания. Кем бы ты хотела стать, когда вырастешь? Кондитером. Работа еще вкусная, когда у тебя обеденный перерыв, когда можно печь себе кексики и эти кексики есть. А ты булочки любишь? Да. Не знаю, как вы, я люблю и сырники, и блинчики. Со сгущенкой ты кушаешь блинчики? Да, могу. Можешь? Иногда. Вкусный тебе? Да. А конфеты ты любишь? Мармеладки. Еще такие, которые с орешками и шоколадом. Сахар крайне негативно влияет на наше здоровье. Я считаю, что это с детства надо просто убирать, объяснять детям, почему нет, заменять это осознанно на правильные продукты и вперед. А что ты еще любишь из еды? Шашлыки. Я люблю с кетчупом очень. С кетчупом любишь. Угу. Тут все полочки встали на свои места. Мама просто закармливает своего ребенка. Ребенок другого не видит, не знает. Сколько весит Кирочка? 22, ты пойдешь, порисуешь на кухне. Мы с тетями сейчас пообсуждаем тут некоторые вопросы.
действительно, вот у ребенка очень видно, что есть лишний вес. Я по этому поводу консультировалась с нашим педиатром. Мне педиатр четко ответила, что вы можете не переживать. У девочки вес в пределах нормы. Она весит 27 килограмм. Граничная норма для ребенка в возрасте 6,5-7 лет – это 29 килограмм. Я бы не верила врачам о том, что все нормально. Если мама видит глазами, что у дочки есть лишний вес, то это уже предпосылка к тому, чтобы что-то начать менять. Я лично напрямую это все-таки связываю с питанием и малоподвижным образом жизни. Ты же понимаешь, что когда она пойдет в школу, дети жестокие, будут говорить булочка, пирожок, пампушка, все что угодно. То есть, чтобы ее это не травмировало. Почему ее это должно травмировать, если у нее будет здоровая, нормальная самооценка? Все, точка. Юля сказала, що Кірі не вистачає 2 кілограмів, аби вийти за межі норми. Та справа в тому, що ці кілограми можуть з'явитися за один тиждень, особливо враховуючи те, що дівчинка дуже любить випічку та солодке. Тож краще не чекати цього моменту, адже боротися з зайвою вагою у дітей набагато складніше, ніж у дорослих. Якщо дитина звикла вести малорухливий спосіб життя та їсти калорійну їжу, їй буде вкрай важко зрозуміти, чому вона має кардинально змінити свої звички. Ти не вважаєш, що ти слишком скіра авторитарна і дуже холодна? Ні, не вважаю. У мене взагалі манера розмови от така, з усіма людьми. Моя теория воспитания заключается в том, что я не приемлю сюсюканье. Да, вот уменьшительно-ласкательные словечки в детстве у нас не применялись. За все время пребывания в гостях она ни разу не обняла ребенка, ни разу ребенка не поцеловала, что является для малышки в таком возрасте ключевым и важным. Ребенок должен понимать, что такое ласка, что такое от мамы поддержка, не только как диктатор. Я сказала, так и будет. У тебя все-таки растет девочка, и ей же нужна мягкость, нежность. Это мой принцип в жизни. Нет, нет, нет. Можно я закончу мысль? Да. Я из тех людей, которые на публике не считают нужным демонстрировать свои нежные чувства. Ни с мужем, ни с дочерью. Я не любезничаю, да? То есть Кира не видит, как вы целуетесь в парке? Мы в парке не за ручку ходите. Мне неприятно, допустим, когда я сижу, и рядом со мной сидят и лижутся, и чавкают. То, что я не целуюсь с мужем в парке на лавке, это мой личный выбор. И все любые интимные моменты у нас происходят здесь, в спальне. Где? Кирина кровать стоит в расстоянии полметра от папы с мамой. Вот тут. А где Кира в это время? В те моменты, когда Кира находится у бабушки с дедушкой, у нас тут интимные моменты происходят. Сколько раз в неделю Кира находится у бабушки? На выходных. То есть у вас секс только на выходных? Ну, это личная тема. То, что Юля не удовлетворена как женщина, это факт. По ней видно, что она авторитарна. Вы долго планировали ребенка? Почему тогда одну комнату? Когда мы поняли о том, что мы хотим детей, хотим создавать семью, естественно, стал вопрос жилья. Мы взяли квартиру в ипотеку и выплачивали ее очень долго. Вы вместе с мужем платили или платил только муж? Это все платил муж. Я это время вспоминаю, наверное, как самое худшее в моей жизни. Было очень сложно, потому что все деньги, которые зарабатывал муж на протяжении 3 лет, уходили туда. Если было так тяжело, можно же было помогать мужу. Она просто свесила ножки, ты паши на квартиру, ну и тогда я тебя буду один раз в неделю вдохновлять, может быть. У нас оставалось на месяц на жизнь 800 тысяч гривен, вот так вот. Представьте, когда нам иногда чего-то очень сильно хочется покушать, и у меня это были суши. Но я не могла выделить денег, чтобы пойти банально просто объесться этими сушами. Было очень сложно. Мне кажется, что это стыдно такое говорить, потому что полстраны сидит без крыши над головой, куска хлеба в доме нет, а ты тут покупаешь квартиру и говоришь: да я суши хотела. Или чуть бы не платишь, сидишь, говоришь, мне плохо, я хочу кушать суши. Месяцев 8-9 назад мы приняли решение. Родителям нужно свое пространство, а ребенок уже достаточно взрослый и понимающий все, что происходит. Поэтому эту квартиру мы продали. Живем до конца месяца в этой квартире. И, соответственно, взяли квартиру в 2 раза больше, чем это. Но уже не в ипотеку? Нет.
Мы приняли решение о том, что часть наших сбережений мы докладываем до суммы, которая будет от продажи этой квартиры, и покупаем квартиру. При этом вы затрагиваете твои депозитные деньги, которые твои откладывались вот лично тобой? Нет. Мы можем пообщаться с твоим мужем, очень интересно с ним увидеться. Да, конечно, там у меня готов ужин, мы можем пройти и познакомиться с моим мужем. Добрый вечер. Здравствуйте. Это мой муж, зовут Тарас. Я подготовила ужин, как говорится, чем богаты, тем и рады. Нямски, сосиска варится, матуся не париться. Курица достаточно мягкая, но много приправ. Вы любите приправы? Да, я люблю приправы. Ужин мне у Юли понравился. В принципе, она готовит с душой, вкусно, красиво. Тарас, пообщавшись с вашей женой, она нам сказала, что вы вместе приняли решение по поводу того, что она не будет работать. Расскажите нам, пожалуйста, как это было? Однажды она стала беременной. С тех пор она получила большой баланс скидки для того, чтобы не делать то, что ей неприятно. От вас? Я считаю, что в принципе от меня, потому что я поддерживаю это мнение о том, что так должно быть. У меня сложился портрет того, что это такой ботаников такими называют. Ему задаешь вопрос, он говорит 1 500 000 слов непонятных. Чтобы уловить мысль, нужно очень долго сидеть и его слушать. Потому что он сам высокоинтеллектуальный, и он так говорит. Если люди его не понимают, то это значит, надо, чтобы в голове было что-то, чтобы понять. Вам вообще комфортно в том, что вот Юля уже 7-й год в декрете, да? А вы единственный вот добытчик, содержатель семьи. Если женщина будет работать так же, как мужчина, они оба будут бесполыми. Ага, то есть вам это необходимо, чтобы она не работала для того, чтобы быть мужиком? Ну, как минимум. Все, поняла. Тарас, а мы вот узнали от Юли, что когда вам было 21, вы тогда говорили о том, что вы хотите семью, что вы хотите четверо детей иметь. История нашей первой встречи очень сухая и системная. Была социальная сеть, в ней только появились поиск людей по параметрам. Я ввел полный набор параметров, по которым нашел свою будущую супругу. Там даже рост был. Вот. Мы встретились, и я начал задавать ей тяжелые вопросы. Интервью было системным. Я задал вопрос, сколько детей, умеет ли она готовить борщ, когда она намерена выйти замуж. Стоп-стоп! Вы в 21 искали жену? Четко почему-то да. Мне не было интересно там зажигать там и веселиться. Для меня было важно вот эта эмоционально, точнее не эмоционально, а интеллектуальная связь, да? Он семью путает с бизнесом. Честно говоря, мне Юлин муж не по вкусу совершенно, ни по разговору, ни по внешности. Мне такой бы не подошел. Які чоловіки подобаються Зарині, вона розповість у наступних випусках. Скільки тобі років на той момент? 18. А йому? 37. Насчет женатості я узнала практически сразу. Я була в статусі як любовниця, і я вірила, що він розведеться з жіною. Ви каблук? Думаю, да. Да? Да. Молодец. Красавчик. Дело в том, что я считаю, что подкаблучник – это лучшая вообще история. Женщина должна быть счастлива и будет счастлив мужчина. Это надо еще уметь сделать мужика подкаблучником. Не каждой бабе такое удастся. А с другой стороны, немножко, конечно, плохо, потому что баба потом наглеет и встает неуправляемой. Она говорит, я вдохновляю своего мужчину. Мы хотим понять, как. Может, мы что-то не так делаем. Самое главное вдохновение – это благодарность. Когда ты чувствуешь в глазах эту благодарность, когда ты видишь, как выступают ее слезы, столько микроэлементов, когда ты просто это чувствуешь, не все же можно осознать. Почуття власної цінності у стосунках – це один із стовпів, на яких тримається шлюб. І відчувати це можна, коли партнер вам щиро дякує і цінує все, що ви робите, а не сприймає як належне.
Якщо ви прагнете зберегти ваш шлюб на довгі роки, заведіть звичку дякувати одне одному не лише за дорогі подарунки, але й за зварений борщ чи забитий цвях. Ви взагалі плануєте ще дітей? Ровно 2 года назад, в этот же период, мы планировали 2-го ребенка, я забеременела, и вроде как все было хорошо, но на 8-9 неделе у меня случился выкидыш. Мне было больно очень, потому что я очень хотела этого ребенка. Я даже сейчас иногда вижу детей примерно такого 2-летнего возраста, и я думаю, что, мой мог быть такой же. Я думаю о том, что у меня уже мог быть мой рожденный ребенок, и он мог жить с нами. Я там представляла, как он должен был выглядеть. С того момента, пока мне не удалось забеременеть. Вот так. Вообще, я хочу еще усыновить детей. То есть у меня есть вот такая... Наверное, я думаю, миссия на этой земле, потому что я понимаю, что моей любви хватит с головой не только для детей, которые рождены мной, моим телом, но еще и детей, которые могут быть рождены с души, да. Ты своему ребенку дай любовь сначала. То есть ты своему не можешь дать. То есть нужно объективно расценивать свои возможности. Сидеть реально 7 лет только в материнстве, это уже очень много. И нужно идти в свое развитие, возвращать себе первоочередно не маму, а женщину. И на самом деле, как вам показалось с первой встречи, я не сижу все 7 лет в декрете. У меня есть 2 дела для души. Наконец-то! Молодец! Ура! Мне в голову пришла гениальная идея. Я решила, что я хочу делать женщин красивыми. И я придумала такую направленность, как линейка женского нижнего белья, ручная работа. Я придумываю эскизы, отдаю все швее. Сейчас это комплекты кружевного белья, пижамы, халатики, пеньюары. Я продаю это все через свою страницу в Инстаграме в интернете. Я потом поняла, почему она ходила в ночнушке весь день. Какого-то авторского подхода, какого-то уникального бренда, который бы выделял ее среди всех остальных, я не заметила. Я такие пижамы видела с такой же расцветкой на рынке на Троещине. То есть, я так понимаю, помимо тех денег, которые тебе выделяет супруг, у тебя есть еще свой все-таки доход? Да, и конечно. И какая-то сумма? В среднем в месяц 5. От чего? 5000 гривен. Угу. Второе дело, это вот вы видите сейчас орешки и трубочки, которые активно продаются. Я реализую это через кофейню. 2 раза в неделю я готовлю на оптовые продажи. Сколько за неделю ты можешь чистого дохода заработать? За месяц в среднем это 10 тысяч гривен. Доход с белья и с сладостей, да, ты уже тратишь на себя. Конечно, исключительно на себя. Угощайтесь, пожалуйста, мне будет приятно. Кстати, вот сейчас орешки – это одна из новинок, которые я внедряю. Это орешки, которые внутри с кешью. Вкусно. Вот это очень вкусно. Как в детстве у бабушки. Я теперь покупать не буду ничего в кофейнях, потому что я знаю, что это приготовлено, может быть, неизвестно где, неизвестно кем и неизвестно в какой пижаме. Мне понравилось, как ты воспитываешь дочь, да? То есть она умная девочка у тебя, развита. Я бы добавила больше спорта, больше актива. Для девочки все-таки очень важно, да, фигура, тем более, когда она сейчас пойдет в школу. Я бы подчистила все-таки питание, потому что когда этого нету, этого даже не хочется. То есть слишком авторитарно. Вот знаешь, ты как завуч. Теплоты, знаешь, любви вот этой вот хотелось бы чуть-чуть больше. Возможно, я что-то приму к сведению, но в любом случае мне было интересно услышать ваше мнение. Можливо, поради Дмитра Карпачова допоможуть Юлі додати душевного тепла у сімейні стосунки. Здравствуйте. Вітаю вас. В мене склалося враження, що ви емоційно
холодна по відношенню до своєї дитини. Я не говорю, що ви її не любите, але ви якось свою любов проявляєте інтелектуально. Я не побачив там обіймашок, ніжності. Я взагалі, в принципі, от така здержана, в якоїсь степені може бути навіть холодна. У вас такі партнерські стосунки. Страждає ли від цього дитина? Для початку можете приміряти це на себе. От уявімо собі, що ваш чоловік вас не обіймає і не говорить вам якихось там приємних, ніжних слів. Вам цього буде не вистачати? У нас просто з мужем теж подобного роду отношення. Партнерські взаємоотношення двох здравомислящих, адекватних людей. Дивіться, це непогано, це навіть добре. Але окрім таких функціональних стосунків, мають бути ще стосунки емоційні. Адже наше життя – це не те, що ми думаємо, а те, що ми відчуваємо. Це така потреба, яка існує в кожної людини, незалежно від статі і віку. І у вашої дитини ця потреба теж є. Є ще таке питання, на яке я хотів звернути вашу увагу. Вам, звісно, ця тема не сподобається. Але чи не здається вам, що у вашої дитини зайва вага? Оно плотного телосложения. И вот мы сейчас пошли в первый класс. Перед первым классом у нас был глобальный осмотр всех врачей. Тут питання досить важливе, тому що ви, як доросла людина, розумієте, що не завжди до дітей, які відрізняються від інших, добре ставляться. Особливо, да. Якщо ми говоримо про дівчинку. Вона може стикнутися з певним ставленням до себе. Особливо це важливо в перших класах. Коли дитина тільки йде до школи, вона, окрім того, що вчиться там якимось знанням, вона ще починає будувати стосунки з іншими і займати своє місце в соціальній ієрархії. І якщо дитина там стикається з осудом, з образами, з тим, що її не приймають такою, якою вона є, це може потім не дуже добре вплинути на її самооцінку. Ну так, я це розумію. І в першому класі, наприклад, дитина не може себе протиставити іншим. Не може сказати «так, я така». Ну, їй це буде важко. Я звертаю на це увагу. Після передачі я глобально пересмотрела наличие сладкого в раціоні дитини. Если я до этого, может быть, на что-то закрывала глаза, то сейчас я вообще пересмотрела рацион всей нашей семьи. Выпечка сведена к минимуму. Овощи, фрукты, которых сейчас в большом изобилии, наоборот, добавлены к рациону. Муж, конечно, сопротивляется, но я ему объясняю, что это для общего блага у нас. Добре, що ви так багато усвідомили. Гадаю, потім, коли будете дивитися програму в ефірі, ви ще раз переглянете свої стосунки із дитиною, свої звички, і будете супермамою. Ну, я надіюсь, дуже на це. Чи є Юлі, на що сподіватися в плані перемоги на проєкті, покажуть оцінки від суперниць. За самореалізацію Юлі я ставлю 4 бали. Вона зараз починає свій бізнес. Я надеюсь, что у нее все получится, но пока она его только развивает. За материнство я Юле ставлю 6, потому что самое первое – это еда. Видя, что у ребенка есть лишний вес, ничего с этим не делается, ничего не меняется, а нужно. Я ставлю Юле 5 за хозяйственность, только за ее трубочки и орешки. Там не было чисто, было много захламленного всего. У наступной программе до своей элитной оселі запросить Дарья. У меня есть люстра, которая стоит 40 тысяч гривен. Цена этого дома 15 миллионов гривен. Мы можем позволить себе абсолютно все. Але что у цій родині дозволяють трирічному сину? То что ты делаешь? Ой-ой. За такое надо по голове давать родителям. За рулем малышек. Сначала чуть не зацепили машиной Юлю, а после этого меня. Папа садит за руль ребенка с 8 месяцев. Вы хотите вырастить мажора? Мы можем многое, что ему позволить. Я в этом ничего такого не вижу. У него краев и берегов не будет, он будет позволять себе все. Ну это вообще дно.